Жизнь без электричества. Вот уже несколько лет жители деревни Петропавловка отрезаны от благ цивилизации. Кто препятствует электрификации домов? Репортаж Владимира Богомолова. Деревня Петропавловка Курагинского района стала центром альтернативной энергетики. Такой статус она получила против воли самих жителей. Вот уже несколько лет 40 домов живут без электричества. Анатолий Милош воспитывал своих старших детей еще при свечном освещении. Младшие выросли уже при солнечных батареях и генераторе. Вот, допустим, мне сейчас киловатт электроэнергии обходится примерно где-то рублей 70. Если все живут там руб с чем-то там или два платят, то мне получает он под 70. В деревне уже установлена подстанция, но подключить ее мешают 50 сосен. Для вырубки участка необходим договор аренды на линейные работы. И это только первая ступень электрификации. Все необходимые документы со стороны лесничества были переданы представителям МРСК Сибири, которые находятся в Минусинске. И в дальнейшем они должны поступить в агентство лесной отрасли, где должны быть рассмотрены и какие-то приняты решения. Проложить линию энергетики смогут только после продолжительной экологической экспертизы, которая может затянуться на несколько месяцев. Только после этого мы сможем уже вырубить этот лес, участок, и пройти проводом высокого напряжения, связать две части нашей линии. Жители не теряют надежд на бесперебойное освещение, а пока планируют оптимизировать энергозатраты, чтобы обеспечить энергией часть деревни, хотя бы по часам. Владимир Богомолов при содействии телекомпании «Юг», Минусинск.